Министерство иностранных дел Китая выступило с одобрительным комментарием о новом указе Путина о концепции внешней политики России. Вот этого не было никогда. Более того, МИД Китая подтвердил, что положение этой концепции обсуждались в Москве Путиным и Си Цзиньпином во время недавнего визита Си в Москву. И этого тоже еще не было никогда. Вот такая огромная суверенная страна, претендующая на роль самостоятельного центра силы, Евразия, обсуждает концепцию внешней политики с Китаем до ее публикации, а после публикации Министерство иностранных дел Китая подтверждает, что, можно сказать, согласовало и одобрило эту концепцию внешней политики. И что-то здесь с суверенитетом нашей страны не так.